Последний дом жилого комплекса «Восточный» на 138 квартир принимает жильцов. Всего 6 домов. Из 758 квартир 102 построены в рамках госпрограммы развития жилищного строительства в крае. В них будут жить молодые семьи. 8 проданы по военной ипотеке. На самом деле вложились даже быстрее, чем планировали. В частности, там вот предыдущий дом мы сдали на полгода раньше, чем обещали участникам долевого строительства. Вообще 6 домов построили за 4 года. Я считаю, что это более чем быстрые темпы строительства. Квадратный метр в ЖК «Восточный» стоит от 54 до 63 тысяч рублей. Все квартиры в комплексе были проданы еще при строительстве. Жилье сегодня доступное в Хабаровске? Да, в принципе, доступное. Существует очень много разных программ, где можно не только свои деньги вкладывать, то есть получить от государства поддержку. Новые дома, хорошие планировки, детские площадки. В 2018 году в Хабаровске построили 173 тысячи квадратных метров жилья. Это больше 2,5 тысяч квартир. На этот год планку повысили. Планируют сдать 3 тысячи. Одно из главных направлений строительства – развитие ранее застроенных территорий, когда на месте бараков возводят современное жилье. В прошлом году таким образом построили 12 домов. Еще одно приоритетное направление – комплексная застройка. Было совещание под руководством мэра, рассматривалась перспективная застройка, это Ореховой сопки. Территория, которая предоставлена застройщикам, порядка 200 гектаров, и там планируется построить порядка 1 000 000 квадратных метров жилья. Это до 2030 года. Застройщики определены, в настоящее время они разрабатывают проектно-сметную документацию. Владислав Игнатьев, Евгений Власов, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.